Знаете, ребят, мне вот нравятся такие дома. Такие прикольные советские 22-этажки. А еще больше мне нравится то, когда в таких домах пытаются имитировать присутствие консьержки. Казалось бы, вон там шкаф какой-то стоит, цветочки, да? Нас это не останавливает. Видим Marshall Plus. Берем UN1. И видим, что консьержки тут нет. А еще, ребят, можете перейти по ссылочке в мой телеграм-канал, там публикуются разные интересные материалы. Можете подписаться. В общем, ребят, консьержки здесь нет. Но кажется, как будто она здесь есть. Но ее здесь нет. Здесь 3 лифта на 22 этажа. Не 4, как могло показаться, а 3. А еще тут просто окна открыты. Воу. Что ж, поехали. О, кстати, на какой этаж лифт едет? 19-й. Нифига себе тут вид. Там на крыше кто-то, кстати. Чекайте. Кстати, кто-то, походу, этажом ниже приехал. Так, все. 1x. Зум я вроде убрал, да? Вроде да. Знаете, ребят, прекрасный вид отсюда. Надо на шапку канала взять. Реально, вид просто топчара. Так, что-то я немножко промахнулся по кнопке фото.
Я бы еще сейчас своими глазами посмотрел немножко. Блин, реально, 22 этаж, такой вид офигительный. Так тут еще и балкончик есть. Вообще прекрасно. Ох, ребят, реально, такой вид офигенный, знаете? Не с каждого 22 этажа такой вид. Я вам так скажу. Надо его сейчас пофоткать качественно, этот вид. Чтобы взять какой-нибудь вот такой вот кадр на шапочку канала. Или вот такой вот. Да, знаете, вот возьму вот такой вот какой-нибудь кадр. Надо только вот по центру взять. Во! Вот что-то подобное уже стоит на шапке канала, ребят. На момент выхода этого видео. Пытаюсь максимально ровно сфоткать, но думаю, так сойдет. Да, конечно, Москва город офигенный. Все такое красивое здесь. Классно все так. Ну, думаю, достаточно. Пофоткал. А вот, кстати, те чуваки, которые были на крыше, вот они вышли на тот балкон. В том доме. Но я думаю, там такие же лифты, я думаю, там не буду снимать уже вот в этой вот 22-этажке. Ну, тут, соответственно, закрыто. А проем что-то не видно, там темно слишком. Вот, тоже, смотрите, какой вид прикольный. Вот. Так вот можно вот... Вот. Так сфоткать. Еще вот так. И знаете, вот экспозицию чуть-чуть повысить. И вот так. Все. Реально, там такой проем темный, жесть. Еще один грузопас. Ё-моё. Что он трясется как-то? Вентилятор, походу, не работает.
Там лифт приехал. И сейчас отойдем немножко, я домик сфоткаю. Такая вот классная 22-этажечка. Все, всем пока.